Всем привет, ребята! Я сейчас в Албании, в мотопутешествии. Двигаюсь медленно в сторону Черногории. Отснял много материала хорошего для вас. Ну и для себя тоже, да? Сегодня в 19:00 по Москве у меня в Инстаграме, в рабочем, Инстаграм Synergem, смотрите, я прикрепил внизу, да? Будет долгожданный прямой эфир с одним из самых крутых в мире ювелирных обозревателей. Ее зовут Екатерина Перес. По-русски, естественно, эфир будет, да? Вот, поэтому приходите все за меня поболеть, полайкать, позадавать вопросы, поддержать меня и всякое такое. Вот, всем буду рад. Я буду рассказывать про то, как я начинал этот бизнес, как я открыл компанию, как я выбираю страну, куда ехать, какие там главные требования безопасности, как с кем нужно договариваться о чем и все остальное. Я думаю, что много из этого вы уже видели, но что-то для вас будет новым и интересным. Вот, главное, что вы меня полайкаете и поддержите. Всем спасибо.